На форум пришли дизайнеры, художники, писатели и другие представители творческих профессий. Виктория Масленникова уже 5 лет занимается изготовлением и продажей пряников. На мероприятие она пришла с целью обмена опытом. У нас рождаются как бы коллаборации между собой. Да, кто-то рисует, я, например, говорю, о, отлично, да, творческая мастерская, я могу вам приготовить болванку пряничную, а вы, ваш педагог, может на этой болванке сделать красивую работу. Один из самых актуальных вопросов начинающих предпринимателей – как сделать проект востребованным и начать на нем зарабатывать. Об этом рассказала эксперт в области бизнеса Ирина Патрикеева. У нас будет поддержка от представителей Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в части информации о субсидиях, возможностях, поддержке государственной. Сейчас у каждого есть возможность не только заниматься любимым делом, но и получать от него доход. На форуме встретились обычные люди, когда-то начавшие варить мыло, печь хлеб или писать картины, а позже сделавшие это своим бизнесом, совместно создав направление под названием «Креативная индустрия». Креативная индустрия сейчас очень сильно востребована. Это все, да, это и танцы, и песни, и керамика, и художество, и все, вот что включает креатив, сейчас очень сильно востребовано. Встреча «Видном» стала третьей в Подмосковье и помогла представителям малого бизнеса в развитии их проектов, а также стала возможностью для знакомства с коллегами из творческих сфер. Основная цель – это сплотить и объединить предпринимателей, создать сообщество, здоровое сообщество предпринимателей. Малый бизнес активно развивается в Ленинском округе. Сейчас в нем задействовано более 4000 предпринимателей, и с каждым годом он пополняется новыми инициативными жителями. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.